Итак, сегодня 29 мая 2011 год. Я нахожусь в парке, в Келли-парке. Ой, какое солнце яркое. Я хочу просто показать, что здесь вот еще есть. Здесь есть лисы, здесь есть медведи, вот на которого я напоролась, на медведя. Здесь есть рыси. Чурки, это тюрки, понятно. И вот такие вот страшные громадные змеи. Этот парк находится в самых настоящих джунглях. Вот я сюда зайду, так уж и быть, я сюда зайду, кусочек вот сниму. Какого-то дерева такого интересного, такое дупло длинное. Это я снимаю второй моей подводной камерой. Сейчас я пойду в воду. Но перед водой я хочу все-таки показать вот эти вот настоящие джунгли. И вот тут поставили такую металлическую подпорку, чтобы дерево это не упало. Все, я пошла в воду. Сейчас я одену очки свои водные. И кусочек сниму. Я вот оттуда делала несколько видео с той стороны. Вон моя подкилочка лежит. Вот водичка несет людей. Такое течение довольно сильное. Я сейчас пройду сюда и вот отсюда пойду, с этой стороны, пойду по водичке. Туда дальше. Так. Чтоб тут не навернуться. Excuse me. Ага. Ой, вода холодная. Вода холодная, потому что я... она загоралась. Потому что я загорала. Мне так сильно нагрелась, перегрелась и зашла в воду, конечно, сразу очень холодно. Сейчас немножко привыкну. Что-то они ищут. What are you looking for? Shark teeth. What is it? Shark teeth? I don't know. Shark teeth? Shark teeth. Yeah. Little shark teeth? Wow, it's really? Mm-hmm, that's really a shark teeth. How it can be there? The salt water goes to the aquifers. And the springs push it back out, and it comes, and the sediment builds up. Wow! In the front, if you dive down with snorkels on, you can get big ones. Wow! Они ищут здесь в песке shark teeth. Это shark, это акульи зубы. Я вот это что-то гремит постоянно. Надо скорее быстренько поплавать и текать отсюда уже. Ой, холодно, холодно, холодно! Здесь есть крокодил. Водятся во всяком случае. Естественно, что крупных каких-то вылавливают, то есть не дадут им вырасти большими, но крокодилы есть. Черепахи, только что видела маленькую черепашку, как она ей несло течением, как она искала какие-то водоросли. Как только поймала водоросли, попала в них, сразу успокоилась и затихла. И так я пошла дальше, при ней поплыла. Thank you.
вот такие красивые синенькие цветочки. Я не знаю, что это такое. Но что-то красивенькое тут расти. Итак, идем дальше. Сказала, как только начнется, небо затянется тучами, она сразу всех выгоняет отсюда. А то я же поэтому использую момент последний, чтобы снять как можно больше, и чтобы уже потом усидеться в машине. Я так люблю сидеть в машине, когда ливень идет. Потому что много людей. Так здорово. Вот полежу на спине. Вот поплыву на спине. Плохо, что маленький такой экранчик на этом фотоаппарате. И очень сложно разобрать, что вообще я снимаю. Уже привыкли к большому экрану. Так, посмотри, что там под деревом. Но вода не горячая. Вода никогда теплая здесь не бывает. Так немножко тело повыкло, но после солнца, конечно, было холодно. Хотя вода как бы хорошая, 22 градуса. Я, конечно, обомлела, обалдела и вообще все. Скажу, нет, я не хочу, я боюсь. Мне было так страшно почему-то, хотя было много людей. И мне как представилось, что я плыву под джунглем. Боже, какой ужас. Как это я на это пойду? Ничего, получилось. Thank you.
Дерево повалено. В этом месте эти мухи такие нехорошие. Опять на меня съели, хотели укусить. Жилье, микрорайон. Сейчас они только бутоны наливаются. Может, уже по второму кругу пошли, не знаю.